Всем доброго времени суток. Отдыхая в Турции, мы в очередной раз посетили небольшой магазинчик, который находится в Инжикуме, напротив отеля Pegasus Resort. С владелицей магазина, госпожой Гюль, или по-турецки Гюль Ханым, мы познакомились еще в 2020 году. И если кто помнит, в тот год в мире была пандемия, и очень много турецких отелей и магазинов вообще не работали. А магазин Гюль Ханым работал на радость отдыхающим туристам. В самом магазине, хоть он и небольшой, на удивление есть достаточно широкий ассортимент. И кроме традиционных для туриста вещей из турецкого текстиля, мы с удивлением нашли для себя достаточно оригинальные вещи. Посещая каждый год магазин Гюль Ханым, мы обратили внимание на то, что она старается пополнять ассортимент этих оригинальных вещей. В частности, туники, которые очень напоминают вышиванки, но с турецким колоритом. Очень оригинальные изделия. А также в этом магазине продаются очень оригинальные брюки, опять же с восточным турецким колоритом, купив которые, у нас получился настоящий турецкий женский наряд. Магазин посещают туристы из близлежащих отелей, особенно много их по вечерам. Туристы из разных стран, разных возрастов и с разными вкусами и предпочтениями. Многие из них находят что-то для себя в магазине Гюль Ханым. Причем многие туристы не идут за чем-то конкретным. Просто прогуливаются, ну и смотрят заодно, что и почем продается. Цены, кстати, в Гюль Ханым достаточно демократичные. Ну и традиционный турецкий торг никто не отменял. Магазин открывается в 10 утра и работает до глубокой ночи. Летом Гюль Ханым в магазине помогает ее сын Батухан. Он приезжает в Турцию на каникулы из Польши. Он студент в польском университете, где получает образование по специальности программист. В этом году я был удивлен тем фактом, что кроме традиционных ответов туристам на английском и русском языках, Гюль Ханым разговаривала с покупателями еще и на немецком. А в прошлом году такого не было. При этом добавим сюда общение Батухана с покупателями на польском языке, и получается довольно высокий языковой уровень обслуживания иностранных туристов в этом магазине. Кстати, в последние годы во всех трех отелях Pegasus, которые находятся прямо напротив этого небольшого торгового ряда, отдыхает достаточно много туристов из Польши, которые сразу оценили возможность обслуживания в магазине на польском языке. Я это наблюдал, когда снимал видео. В 2024 году было на удивление много англоговорящих и немецкоговорящих покупателей. И если раньше, в другие годы, я видел, как они покупали в основном турецкие сувениры, то в этом сезоне шопинг у них был очень даже активный. Ну а мы были очень рады опять увидеть Гюль Ханым. Вечерами заходили к ней поговорить за чашечкой традиционного турецкого кофе, который Гюль Ханым любезно сама для нас делала. Ну и опять нашли у нее в магазине несколько оригинальных вещей и, конечно же, их приобрели. Советую всем туристам, которые отдыхают в Турции. Прогуливаясь за пределами ваших отелей, заходите в подобные магазинчики. Возможно, вы найдете для себя что-нибудь интересное и приобретете себе новых друзей в Турции. Люди в Турции гостеприимные и замечательные, уж поверьте. Ну и желаю всем приятного турецкого отдыха.